Привет, интернет! С вами, как всегда, я, Бобби Джон. Сейчас я научу вас, как делать хиджаб из футболки. Берем в руки футболку. Я буду использовать черную футболку из синтетики. Вы можете использовать любую другую. Делаем такие движения. И завязываем. Далее одну руку засовываем под футболку и надавливаем на подбородок. Это мы делаем для того, чтобы футболка не съезжала вверх, когда мы будем тянуть за край. Далее другой рукой тянем край вещи вверх, придерживая левой рукой подбородок. Поправляем. Готово! Мы сделали это! Поздравляю вас, ребята! Можем носить хиджаб вот так. Будут видны только глаза. Можем сделать лицо открытым. Лично я предпочитаю, чтобы лицо было открытым. Поддержите канал подпиской, друзья. Еще увидимся.